Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. Идет второй день прополки. Первый день я пропалывал ручным культиватором. Вот за день сделал всего 15 рядов. Если производить прополку ручным методом, это займет больше недели. Поэтому к мотоблоку я решил сделать вместо сошняка вот такой вот пропольник. Колеса идут справа-слева от ряда. Вот, и этот плоскорез он подрезает. Вот таким образом происходит прополка. Чеснок крайне мало травмируется. То есть, ну, бывает где-то вот листочек торчит. Процесс этот очень быстрый достаточно. Основа опора идет вот на задние колеса. Вот, и металлические колеса, они идут с пробуксовкой и как бы выдергивают сорняки, которые под них попадают. Колеса можно, конечно, пошире поставить. Ну вот пока какие есть, такие есть. В принципе, результатом я очень доволен. Примерно так я себе представлял прополку. Раз в неделю вот так проходить, и в принципе между рядка будет чистая. Прошел я так пару рядочков. К сожалению, не угадал с высотой. Здесь нужно сделать повыше, чеснок уже вырос. Вот, и было бы очень отлично. Подрезает. А так он немного ложит чеснок. Вот, поэтому идем в сторону простоты. Снял я вот это вот приспособление. И сейчас покажу, как пропалывать обычными железными колесами. Я вот сейчас прошел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Прошел туда и обратно. Вот буквально там за 15-20 минут. То есть, в принципе, за час с перерывом можно делать то, что я делал целый день вручную. Ну и не так сильно устается. Вот этот пропольник еще доделать, поставить повыше, ну просто у меня здесь поля сварки нету. Вот, то можно вообще очень и очень здорово вот так вот пропалывать. Так вот он идет за мотоблоком. И все вот это вот, то, что колеса не прогребли, она вот эти вот сорнячки, она как бы вычесывает очень здорово. Вот, ну, с размером, к сожалению, не угадал. Вот с этим. Красота, одно удовольствие смотреть. Эти металлические колеса, они очень сильный урон наносят сорнякам. Вот, конечно, есть островки, где остаются. Вот, например, здесь, то есть там как колесо не перекрывает. Но это ничего страшного. Основную массу, а, конечно. Друзья, приехал я через 3 дня на поле. Хочу показать результат прополки вручную и механизированным мотоблоком. Вот здесь было прополото вручную. Вот смотрите, опять можно уже начинать пропалывать. Так, а вот здесь вот прополотым мотоблоком. Здесь, конечно, встречаются сорнячки, но как бы вид гораздо приятнее. Слева у меня сорт Добрыня. Это разделительная полоса. И справа сорт Шадейка. Так, а так вот выглядит бульбочка Любаша. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. С вами был Александр, канал Чеснок Онлайн. Всем пока.